Und nun? Я должен соблюдать осторожность. Давай! Уже едем! Mein Arztkoffer steht schon bereit. Mein Arztkoffer steht schon bereit. Мы под обстрелом! Vorwärts geht's! Wir brauchen meine Hilfe. Und nun? Zu Befehl, Herr Kommandant. Da, продолжайте. Давай, вперед. Okay, нас кто-то стреляет. Огонь! Получите! Давай! Давай, заводи! Давай, заводи! Давай! 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 Запускай вектор! Вперед! Запускай вектор! Они попали в меня? Поехали! И тронулись. Они попали в меня? Запускай вектор. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Wie lautet der Befehl? Die Fahrt kann losgehen. Bitte? Okay. Ja? Haltet noch einen Moment durch. Es kommt gleich Hilfe. Я должен соблюдать осторожность. Wir brauchen eine Hilfe. Haltet noch einen Moment durch. Es kommt gleich Hilfe. Ja? Ваши приказания. Давай. Окей. И огонь! Уже едем. Они попали в меня? Вперед! Окей. Окей. Господи, они стреляют в нас! Давай, вперед!
Zimmer die Matar. Hier, Herr Kommandant. Ja, gotów. Zapuszczaj Niemcy. Wer ist verletzt? Lasst mich durch! Ich bin Arzt! Haltet noch einen Moment durch! Lasst mich durch! Ich bin Arzt! Ich helfe dir! Bitte? Super, dein Mädchen. Okay. Давай, вперед! Давай, вперед! Уже едем! Давай, заводи! Черт, нас атакуют! В атаку! Wie lautet der Befehl? Ich warte auf Anweisungen. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Давай, заводи. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Можем приступать. Заводи мотор. Уже едем. Вперед. Давай. Уже едем. Давай. Окей. Уже едем. Окей. В атаку. Заводи мотор. Окей. Огонь. Давай, вперед. Окей. Уже едем. У нас кто-то стреляет. Господи, они стреляют в нас! Господи, они стреляют в нас! Мы под обстрелом! Они попали в меня! Я должен соблюдать осторожность. Ich warte auf Anweisungen. Hm. Да, продолжать. Запускай вертолёт. Давай. Заводи мотор. Давай. Господи, они стреляют в нас. Огонь! И тронулись!
заводи. Уже едем. Получите. Господи, они стреляют в нас. Давай, вперед. Давай, вперед. Давай. Давай, вперед. Мы тронулись. Давай. Что вам нужно, свиньи? Там есть еще кто-нибудь? Не твое дело, подонок. Следи за языком, мой друг. Ну ты же не собираешься в меня стрелять, правда? Чертов идиот! Что за пьяная свинья? Смотри, Джозеф! Отмычка? Оставим ее себе. Она может пригодиться нам в будущем. Можем приспать. Запускай двигатель. И тронулись. Готов. Мои ребята отличные солдаты. Я bitte? Вас понял. Ваши приказания? Окей. Мы тронулись. Нас кто-то стреляет. Мы тронулись. В нас! Мы под обстрелом! Уже едем! Давай! Господи, они стреляют в нас! Жду ваших указаний. Отличные солдаты. Все идет по плану. Here, Herr Kommandant. Ваши приказания? Давай, вперед! Уже едем! Давай, вперед! Давай! Давай, заводи! Давай, заводи! Запускай двигатель. Нас кто-то стреляет! Давай, вперед! Давай, вперед! Нас кто-то стреляет! Давай, заводи мотор! Давай, заводи! Огонь! Мы под обстрелом! Давай! Окей! И тронулись. Запускай двигатель. Господи, они стреляют в нас! Поехали! Поехали! И тронулись. Черт, нас атакуют! Да, продолжайте. Мои ребята отличные солдаты. Я? Yeah. Вперед! Давай! Заводи мотор! Вперед!
Поехали! Поехали! Черт, нас атакуют! Запускай вектор. И огонь! Как у нас дела? Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Да, продолжай. Заводи мотор. Давай, вперед. Вперед. Окей. Вперед. Черт, нас атакуют. Запускай вектор. Уже едем. Запускай вектор. Они попали в меня. Давай, вперед. Мы под обстрелом. Уничтожить их. Поехали! Уже едем! Я готов. Вперед. И тронулись. Нас кто-то стреляет. Поехали. Уже едем. Целься. Черт, нас атакуют. Поехали. Уже едем. Заводи мотор. Заводи мотор. Вы попали в меня? Давай, вперед! Они попали!
Окей. Запускай вектор. Окей. Давай, вперед. Запускай вектор. Давай. Давай, заводи. Заводи мотор. В атаку! Мы тронулись. Черт, нас атакуют. Я должен соблюдать осторожность. Нас кто-то стреляет. Да, продолжайте. Давай, заводи. Давай, вперед. Получите. Черт, нас атакуют. Поехали! И тронулись! Можем приступать! Давай, заводи! Here, Herr Kommandant! Все идет по плану. Давай. Окей. Заводи мотор. Давай, вперед. Запускай двигатель. Вперед. Окей. Я должен соблюдать осторожность. Wir werden angegriffen. Мы, ребята, отличные солдаты. Ваших указаний. Sie haben mich getroffen. Oh Gott, ich wurde getroffen. Да, продолжайте. Окей. Уже едем. Уже едем. Все идет по плану. Хорошо. Хорошо, пошли. И двинули. Хорошо, что мы нашли ключ. В целях обеспечения безопасности всего региона мы должны закрепиться в районе церковной площади. Руки вверх, давайте! Руки вверх! Не делайте глупостей, сдавайтесь. Шестое мая 1940 года. Несколько лет назад я уже был в Варшаве. Красота города, скромность и дружелюбие горожан – все это оставило у меня неизгладимые впечатления. А еще тогда я познакомился с прекрасной девушкой по имени Людмила. Когда я приходил к ней в гости, ее бабушка всегда угощала меня чем-нибудь вкусным. Но теперь, после наших бомбардировок, город превратился в руины. Я с трудом нашел район, в котором жили Людмила и ее бабушка. К счастью, их дом оказался цел, однако в нем никого не было. Я долго стучался в дверь соседей, пока, наконец, трясясь от страха, они не открыли мне. Когда они меня узнали, то сказали, что тетушка Болейко вместе с внучкой бежала в Витков. Адрес тетушки Болейки: Витков, проспект Варшавы, дом 34, Иоанна Болейко.
Что ты здесь делаешь, солдат? Ты что, отбился от своего отделения? В каком полку ты служишь, солдат? Я служу в инженерном полку, первый лейтенант. Мы хотели присоединиться к Роммелю, но потом вечером нас окружили французы и сильно потрепали. Они уничтожили наше оборудование радиосвязи, поэтому наш второй лейтенант приказал мне и моим людям отправляться за помощью на базу, которая находится в 10 километрах отсюда. И где, ты говоришь, находится эта база? Северная дорога выведет вас прямо на базу. Мне нужен врач. Одер-лейтенант Гребель. Одер-лейтенант фон Гребель. Приказ от генерала Роммеля. Немедленно отправляйтесь и выясните, что произошло с техническим батальоном. Вы слышите меня, командир? Да, приказ понял. Вас плохо слышно. Тогда и еще уничтожьте все бункеры вдоль улицы. Из-за них мы можем понести серьезные потери. Вас понял, конец связи. Нуль? Das ist passiert. Wo sind die Verwundeten? Also, los geht's! Bewegung! Bin getroffen! Die haben uns im Visier! Die haben uns im Visier! Bitte? Vorwärts, Kameraden! Wir befinden uns unter Beschuss! Werden beschossen! Bin getroffen!